Уличное искусство и перформанс, как он есть. Над Самарой снова прольется пластилиновый дождь. 27 и 28 августа в Струковском саду пройдет самый эксцентричный фестиваль. В этом году в нем примут участие более полусотни коллективов из разных городов страны, а также из Европы, Южной Америки и Австралии. Чем удивят уличные артисты самарских зрителей? Какую музыкальную программу готовят организаторы? И как не пропустить все самое интересное? Об этом сегодня вечерний разговор после 18 часов. В эфире «Радио Губерния». Телефон 205-78-98, код Самары 846.